صفه التيمم. Каким образом совершается таямум, очищение мочи? ينوي بقلب. Должно быть намерение в сердце. يسمي يقول بسم الله. Сказать бисмилля. ثم يضرب بباطن الكفين على الارض. Потом внутреннюю часть ладони надо прикоснуться к земле. ضربه واحده فقط. Один раз достаточно. Вот таким образом. سواء كانت الارض تراب, независимо от того, будет эта земля пылью, او طين, или же глиной, او حجر, или же камнем, لكن على الاشجار, على القماش, على السيراميك لا. Что же касается деревьев, то есть кто-то говорит пыль на деревьях, на одежде или же на керамике, то это не дозволено. Затем вытереть лицо. И внешнюю часть правой кисти. Внешнюю часть левой кисти. Все встает и молится. Второй раз. Делает намерение. Говорит бисмилля. Прикасается к земле. Вытирает лицо. وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى وظاهر اليسرى часть правой и затем левой руки. متى يتيمم؟ Когда человек может совершать таямум? إذا لم يجد الماء. Если у него нет воды. أو كان يحصل عليه مشقة من استعمال الماء. Или же вода есть, но он не может ее использовать по каким-то причинам. مرض. Допустим, болен. أو برد شديد. Или же очень сильно холод. والله أعلم.